Всем привет! Продолжаем серию о моих запасах, о моих наборах. Это будет, получается, третья часть. И здесь у меня будут всякие разные наборы, которые у меня хранятся по разным закуткам, разным углам. Я их, в общем-то, собрала и сейчас все покажу. Их немного, ну, пробежимся быстренько. Вот, из последних есть у меня три вот таких интересных наборчика. Техники гладь, вышивка шелком. Внутри есть ниточки, я делала на них быстрый обзор, показывала. В общем-то, не буду сейчас открывать, просто покажу вам эти дизайны. Очень-очень красивые, мне нравятся. Но пока не решаюсь их начать. Ну, у меня столько уже начато, тоже такой момент. Невозможно все вышить. Так, есть у меня еще вот такая папка, где собраны материалы на дизайн двух подушек. Это вот такая схемка по старенькому дизайну Риолис подушки, которая вышивается шерстью. Этот дизайн, эти схемки мне подарила Валерия Сарычева, она ведет свой канал. Вот, и делала она первое видео о своих вышитых работах и показывала там две подушки. Мне очень понравилось. Ну, я, как всегда, напросилась, и Лерочка поделилась со мной этой схемкой, этими двумя схемками. Я делала заказ на шерстяные нитки. В самой схеме не указаны номера, и я вот на глаз сама, в общем-то, подбирала по карте цветов. И заказала по несколько моточков ниток шерстяных Риолис. Буду в процессе вышивать и уже смотреть, что нравится, что не нравится. Есть у меня также здесь и канва. Надо посмотреть, что здесь за канва. Есть Цвайгард 14 каунта. Есть еще у меня 10 каунта. Более крупная канва и жесткая на подушку. В общем, это я уже буду смотреть по ходу действия. Я надеюсь, что когда-нибудь мои руки все-таки доберутся, когда-нибудь, я надеюсь. Ну вот лежат материалы, ждут своего часа. Есть у меня еще вот такой наборчик от Панны. Сейчас немножечко будем тут открывать, находить. Это вышивка бисером. Я долго думала, что мне делать с этой вышивкой. Покупала, потому что мне понравился цвет канвы. Я думала, что это будет вышивка крестиком. Не рассмотрела, что это бисер. Взяла. Вот тогда бисером вообще не вышивала. А сейчас я уже начинаю вышивать бисером. И, возможно, вышью все-таки бисером. Здесь эту ящерку. И сделаю такую, скажем, не коробочку для салфеток, ну типа коробочки для салфеток, типа салфетницу. В общем, пока идеи в моей голове крутятся, но еще не приняли точной формы, поэтому наборчик лежит. Я его распаковала, уже его там крутила, смотрела, бисер, нитки. Ну, пока он должен еще полежать, он ждет тоже своего вдохновения. Также у меня есть наборчик, один целый, один половинка, это мои гейши. Не буду сейчас открывать, показывать, я уже делаю обзор и подбор. Вот он лежит в папке, тоже когда-нибудь он будет вышиваться, и они будут вышиваться. Тут у меня их два наборчика. Что еще? Есть у меня вот такой шикарный набор, как я его обожаю. Это домы. Это набор домы. Это 9 карпов на удачу и богатство. И вот такая веточка, наверное, нет, не пионы. Не знаю, что это за цветы, честно сказать. Может быть, даже и пионы древовидные. Большой набор, где-то около метра с чем-то. Куча-куча ниток. Вообще такое здесь богатство расшикарное. Давайте я вам открою, покажу. Раз уж пошла такая пьянка, да? Вот посмотрите,
Шикарный какой дизайн. Представляете, его весь отшить и повесить, эту картину. Ох. И вот такие нитки. Такие нитки. Яркие, яркие, красные, зеленые. Представляете? Я просто балдею от этого набора. Но когда? Когда? Это вопрос. Вопрос каждому набору. Сложный вопрос. При планшетке вот так все завернули. Опять в кучку. Так, девочки, есть у меня еще и вот такой пакетик. Он у меня один в своем роде. Это наборчик с сайта Вышивай.ру. Я думаю, вышивальщицы знают об этом сайте, знают о этих разработках, схемах. Входит разное мнение, кому-то нравится, кому-то не нравится, прогон, не прогон. Не знаю, я, в общем-то, приобрела, потому что мне хочется попробовать. Но пока все это лежит, хранится и томится. Все очень красиво упаковано, ленточки, есть органайзеры, очень-очень много ниточек ДМС. Я даже забыла, что у меня здесь целая куча ниток ДМС. И хорошо, что забыла, чтобы я отсюда ничего не дергала, как я люблю это делать. Что за дизайн? Минуточку, постараюсь найти образец. То шуршу, а дизайн не показываю. Вот. Карта сокровищ. Я когда увидела отшив, мне так понравилось. Это все так реалистично. Блестит. Такой офисный сюжет. Посмотрите на схему, на расположение листов. Все такое пятнистое. Даже страшно приступать. Много листов. Схема вышивается полукрестом. Схема распечатанная, цветная. Вышивается полукрестом. Схема распечатанная, цветная. Извините, что шуршу. Красивый набор, но вот тоже ждет своего часа и вдохновения. И набор гигант ультрарильной мыти. Посмотрите, вот по отношению с обычным набором, ну, вот даже с папочкой обычной, да? Вот, видите? То есть вообще он огромный, он реально гигант. Это ультрарильная мыть. Я когда получала этот набор на почте, я обалдела, думаю, что там такое мне прислали. Очень люблю животных вышивать. Мне нравятся также мишки. Хотелось мне вышить каких-то медвежат. И увидела я у Чаривной мыть этот набор. Они, кстати, дорогие, как Dimensions. Но все-таки решилась. Обязательно буду здесь менять основу на равномерочку. И буду вышивать этих мишек. Здесь все упаковано, ничего не увидишь. Ни так, ни канвы. Есть также образцы других наборов. Но цвет я даже не могу повернуть. Он огромный, этот набор. Здесь указано, что упаковано нитками Мадера. И канва здесь Цвайгард. Но будем надеяться, что это так. Вот такой набор Чаривна мыть. Есть в моей коллекции. И осталось у меня совсем немножко, вот такая вот небольшая коллекция. Это наборчики я покупала здесь в магазинах, там где всякие разные товары, знаете, мелочь. И попались наборы, думаю, почему бы не взять. Здесь вот в таких наборах, есть три больших набора, где идет размер примерно 66 на 50, ну уже точно не помню, какой идет размер. Очень хорошая канва, жесткая, обработанные края, и она хорошо подойдет на подушки. Вот, кстати, я долго думала, я купила их и чего я буду с ними делать. А можно сделать вот из этих наборов
три большие хорошие такие подушки, потому что канва здесь очень хорошая. Вот можно еще вот такую подушку сделать длинную и пользоваться этими наборами. Еще вот такие вот часики детские, дизайн, такая вот девушка. Где-то у меня был еще какой-то дизайн, что-то я потеряла, уже не вспомню. Да, еще вот такая сакура, такие рыбки. Ну вот, девочки, такие мои наборчики. Не знаю, что-то, может быть, я и забыла вам показать. Сделала отдельное видео по моим начатым процессам, потому что там очень много наборов открытых. И покажу все начатые процессы, начатые наборы. И это будет моя, так сказать, полная коллекция моих наборов целых и, скажем так, начатых наборов и процессов. Ну, на этом хочу пожелать вам хорошего настроения, шустрые иголочки, вдохновляйтесь, делитесь вашими новостями. До новых встреч. Пока-пока!